Начнем выпуск ЧП на улице Воровского. Там, в доме номер 102, в четвертом подъезде нашли подозрительный предмет. Вход в подъезд отцепили сотрудники полиции и Росгвардии. На чердак поднялись саперы ОМОНа. Как выяснилось, в пакете лежала граната. На месте работал наш корреспондент Павел Москвин. Не пускают, видите? Здесь живете, да? Да. Жильцы дома в нервном ожидании. Повод значительный. В подъезде нашли подозрительный пакет. Приехали полиция, Росгвардия, скорая и пожарные. Саперы достали специальный бидон для перевозки взрывчатки. А значит, это не просто забытые кем-то вещи. Как выяснилось, пакет обнаружили сотрудники управляющей компании на чердаке. Внутри была граната. Работники производили замену трубопровода циркуляции на чердаке 4-го подъезда. По окончанию работ был обнаружен пакет. В пакете находилась граната, после чего были вызваны сотрудники УВД. С виду эта опасная находка была похожа на гранату РГД-33. Впрочем, была она боевой или нет, выяснят эксперты. В субботу этот ржавый предмет уничтожат, тогда и станет понятно, представляла граната опасность или нет. Михаил Вагин, Павел Москвин. Место происшествия.